За минувшие сутки ситуация очень обострилась. Украинские силовики 225 раз обстреляли территорию республики. В ходе обстрела противник применил минометы калибром 120 и 82 мм, 161 раз, СПГ и стрелковое оружие. Территорию населенного пункта Стара Михайловка украинские каратели обстреляли из артиллерии 59 раз. Обстрелы велись с позиции 14-й и 93-й отдельных механизированных бригад под командованием Жакуна и Клочкова. Из населенных пунктов Пески, Жованка, Невельская, Опытная, Красногоровка, Маринка. По территории населенных пунктов Лозовое, Зайцево, Жабичево, Старомихайловка, Набережная, район аэропорта Вольво-центр, Петровского района, город Донецка. В результате обстрелов в населенном пункте Набережная было повреждено 4 жилых строения. Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение личного состава вблизи линии соприкосновения из числа иностранных наемников и националистических подразделений. Так, в районах населенный пункт Дзержинск, 5 километров от линии соприкосновения, установлено прибытие снайперских расчетов из Прибалтики. Населенный пункт Красногоровка, установлено прибытие до 150 человек личного состава из подразделения ДУК «Правый сектор». Действия подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов направлены на дестабилизацию мирной жизни и создание невыносимых условий для местных жителей. Обвинить в обострении кризиса армию ДНР. По словам плененных военнослужащих Вооруженных сил Украины, подразделения Украины открывают огонь из всех видов оружия с целью спровоцировать военнослужащих армии ДНР на ответный огонь. После даже одиночного ответного огня с нашей стороны, украинская сторона фиксирует обстрел и передает данные в миссию ОБСЕ с многократным преувеличением, чтобы очередной раз обвинить нас в якобы нарушении минских договоренностей о прекращении огня. Лживость и корысть командования Вооруженных сил Украины становятся преградой в разрешении конфликта мирным путем и продолжают нагнетать обстановку. Вчера вечером диверсионная группа Украины совершила подрыв железнодорожных путей в районе населенного пункта Ясиноватая, в результате которого сошли с рельсов 8 вагонов. Пострадавших нет. Данная диверсия была совершена украинской ДРС с целью продолжения гуманитарной и экономической изоляции республики.